Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Здание лесопромышленного колледжа на улице Карла Маркса отремонтируют по федеральной программе. Реконструкция фасада образовательного учреждения и общежития обойдется почти в 12 миллионов рублей. Работы запланированы на следующий год. Средства выделят из резервного фонда президента России. Всего Кировская область получит 61 миллион рублей на ремонт 11 образовательных учреждений, сообщила замминистра образования региона Ольга Рысева. Более 17 миллионов рублей направят на капитальный ремонт Центра дистанционного образования детей в городе Кирове. На реставрацию здания лицея города Советска выделят около 8 миллионов. В списке также школа в поселке Рудничный Верхнекамского района, здание культурно-спортивного центра в поселке Восточный Омутнинского района, детский сад в Сидоровке и Кировский авиационный техникум. Дайджест недвижимости. Дни открытых дверей для покупателей и арендаторов городской недвижимости в следующем году пройдут 6 раз. Как сообщает Департамент муниципальной собственности, они состоятся 2 марта, 27 апреля, 29 июня, 31 августа, 26 октября и 7 декабря. Во время мероприятий посетители смогут ознакомиться со списком свободных муниципальных помещений, их фотографиями и узнать подробнее об особенностях передачи нежилых помещений по договорам аренды и купли. Продажи. Традиционно дни открытых дверей проводятся в 299-м кабинете администрации Кирова, улица Воровского, 39, уточняется на сайте мэрии. Дайджест недвижимости. Киров вошел в число городов России с наименьшими расходами туристов на жилье. Ночевка в нашем городе приезжим гостям обходилась в среднем в 1000 рублей, подсчитали эксперты сервиса бронирования Twill.ru. В числе самых недорогих для туристов городов также Оренбург, Барнаул и Самара, Краснодарский Белореченск, Ростовский Волгодонск и Челябинский Златоуст. Рейтинг составлен по итогам бронирования жилья туристами в 2017 году, уточняет iKirov.ru. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.